Всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в гипермаркете низких цен «Светофор». Это магазин «Маяк» по адресу город Ульяновск, проспект Нариманова, 75. В продаже есть очень красивые блюда для блинов. Продаются они с крышкой, диаметр 23 сантиметра, в составе керамика, цена 509 рублей. На выбор есть еще три варианта, все очень красивые. А это кастрюли с крышкой, они изготовлены из стеклокерамики. Кастрюли очень красивые, с декором, объем 2,2 литра, цена 614 рублей. Тарелка суповая, глубокая, называется «Орхидея». Диаметр 23 сантиметра, объем 550 миллилитров. В составе фарфор, стоимость 118 рублей. Из этой же серии посуды есть еще и салатник вот такой. Он объемом 550 миллилитров, диаметр 18 сантиметров, стоимость 104 рубля. Пиала, восточная серия, диаметр 11 сантиметров, объем 350 миллилитров, в составе фарфор, производитель Китай, стоимость 58 рублей. Друзья, в продаже появилась очень красивая новинка, салатник, розовый мрамор и серый мрамор. Изготовленные из фарфора, к сожалению, цены пока нет. Объем 670 миллилитров, диаметр 15 сантиметров, производитель Китай. Из этой же коллекции есть еще и суповые тарелочки. Посмотрите, как они круто выглядят. Объем 520 миллилитров, диаметр 17 сантиметров, в составе также фарфор, производитель Китай. И тоже два варианта на выбор по цвету. Цены тоже пока нет. Еще одна новинка. Очень красивые тарелочки стеклянные привезли от торговой марки Паша Бахче. Диаметр 19,4 сантиметра, в составе упрочненное стекло. Цена 48 рублей. Из этой же серии есть еще маленький салатник диаметром 13 сантиметров. В составе тоже упрочненное стекло. Производитель Нижегородская область, город Борт. Стоимость 53 рубля. Покажу вам еще вот такой салатник. Это салатник-розетка стеклянный с узором, 250 миллилитров объем. Производитель город Гусь Хрустальный. Цена 46 рублей. А еще есть вот такие салатники. Тоже два варианта на выбор. Объем у них 600 миллилитров. Изготовитель Китай. Продается в упаковочной коробочке. Цена 134,90. Кружка стеклянная с крышкой. Объем 500 миллилитров. Изготовитель России. Город Гусь Хрустальный. Цена 58 рублей. В продаже есть банки бакалейные для сыпучих продуктов. Объем 280 мл, размер 8 на 12,5, цена 89 рублей. Комплект постельного белья Жанет. Ткань называется креп. Комплекты полутораспальные. Изготовитель Протекс, город Иваново. В составе 100% полиэстер. Красивые комплекты. Стоимость 803 рубля. А есть двухспальные комплекты, называются они Манетти, ткань, полисатин, в составе 100% полиэстер. Изготовитель тоже город Иваново, стоимость 811 рублей. И есть комплекты постельного белья полисатин, они тоже двухспальные, 100% полиэстера. В ассортименте по расцветке изготовитель город Иваново. Стоит такой комплект 835 рублей. Друзья, в продаже появилась новинка. Это самоклеящаяся стеновая панель с дизайном квадратики. Выглядит очень прикольно. Цвет белый. Размер этой панели 5 метров на 70 сантиметров. В составе вспененный полиэтилен. Изготовитель Китай. Цена 780 рублей. Горшочки с поддоном треугольной формы появились. Называются они «Элеганс». Объем 5 литров. Большие горшки. Цена 129 рублей. Еще одна новинка. Это парфюм для дома. Диффузор с ароматом «Изысканное наслаждение». Пион, кедр и розовый перец. Содержит натуральные эфирные масла с антибактериальными свойствами. 48 мл, производитель Турция, цена 177. В отделе бытовой химии в продаже есть гель для стирки цветного белья «АОС». Масса 1300 грамм, стоимость 400 рублей. В продаже появилось жидкое мыло, называется «Ля Мия». На выбор есть два варианта – ваниль и клубника. Объем здесь 1000 мл, стоимость 98 рублей. Прокладки гигиенические с крылышками, называются «Конти Леди». 4 капли, 9 штук в упаковке, цена 141 рубль. И есть точно такие же прокладки, но «Макси». Здесь 5 капель, 8 штук в упаковочке, тоже прокладки с крылышками, цена 141 рубль. Новинка – кондиционер для детского белья «Заботливая мама». Можно использовать с первых дней жизни. Облегчает глажение, придает приятный аромат и смягчает белье. Объем здесь 3 литра. Изготовитель Россия. Стоимость 270 рублей.
Гель для стирки цветного белья Sorti Color. Объем здесь 3,4 литра, производитель Россия, цена 477. В продаже есть гель для душа торговой марки Fax с ароматом цветущий лотос. 750 мл, изготовитель Турция, цена 159. Туалетное мыло твердое торговой марки Дуру в экономичной упаковке, 4 кусочка по 85 грамм, аромат роза, цена 87. В продаже появилась новинка, это гель для душа Dove мицеллярный детокс. Заряжает кожу энергией, 750 мл, цена 320. Новинка и, к сожалению, пока без цены, это гель-концентрат для белья Селеста универсальный, объем 2 литра. В продаже есть еще одна новинка, это шампунь рецепты бабушки Агафьи. Сбор укрепляющий на основе 5 мыльных трав и березового настоя. Подходит для всех типов волос, объем здесь 350 мл. Изготовитель Россия. Есть еще второй вариант. Шампунь Агафьи особый против выпадения и ломкости. Содержит экстракт 17 сибирских трав. Цена 91 рубль. Еще одна новинка. Это влажные полотенца, очищающие, универсальные. Размер 18 на 27 сантиметров. В упаковочке их 60 штук. Называются «Чисто дома». Цена 77 рублей. Также есть универсальные влажные салфетки, очищающие Smart Econom. Они не содержат спирта, подходят для всех типов кожи. В упаковочке 60 штук, цена 34 рубля. Морской ассорти, коктейль из морепродуктов в масле. Два капитана. Масса здесь 200 грамм. Изготовитель Россия, Московская область, город Голицыно. Стоимость 106 рублей. А это риет из белой рыбы с ароматом копчения. Называется «Фишман». В этой упаковочке 150 грамм. Изготовитель Россия. Цена 71 рубль. Есть еще одна новинка. Это мидии с овощами. Торговая марка «Санта Бремор». 150 грамм в этой упаковочке. Это салат из мяса мидии чилийского вареного с овощами. Производитель Республика Беларусь. Цена 72 рубля. Появилась новая колбаска сырокопченая, салями нежная. Называется «Велмит». Изделие колбасное, сырокопченое, из мяса птицы фирменного сорта. Так, 200 грамм здесь в упаковочке, изготовитель город Тверь. Стоимость 124 рубля. Еще одна новинка, сыр полутвердый, называется Буттеркайс, торговая марка Милдер. Массовая доля жира 45%. Вот этот кусочек на 300 грамм стоит 252 рубля. Цена за килограмм 843 рубля. Производитель Брянская область. А еще есть сыр сулугуни из Адыгеи со сливочным вкусом. Здесь масса 200 грамм. Изготовитель ООО «Тамбовский». Республика Адыгея. Россия. Цена 163 рубля. А еще есть сыр мягкий, сливочный, белобовина. 150 грамм здесь в упаковочке. Производитель «Молочный мир», Республика Беларусь делает. Есть еще второй вариант, точно такой же мягкий сыр, прованские травы, тоже 150 грамм, стоимость 87 рублей. И нашла третий вариант, сыр мягкий с перчиком и горчицей, тоже 150 грамм, цена одинаковая. На сегодня это все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам всем хорошего дня и отличного настроения. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!